В минувшие выходные в разных уголках страны многие казахстанские предприниматели работали в усиленном режиме без выходных. Ведь 21, 22 и 23 июня в Казахстане вновь прошел всенародный праздник закупок Каспижма. О том, как прошла июньская Каспижма, расскажет наш корреспондент. Для покупателя это отличный праздник шопинга, а продавцам пора увеличивать объемы торговли. Особенно рады бизнесмены. Заказы поступают со всех регионов Казахстана. Это означает, что география и объемы продаж увеличиваются. Каспижма все в продаже, начиная от кожаных ремней до саквояжей бренда «Мухажан». В основном мы распространяем товары в Алматы и Ахтау, доставляем по всему Казахстану, но сейчас большинство заказов к нам поступает из Астаны. Покупателям удобно, что товар можно заказать у продавца из любого города страны, и его доставят прямо домой или в ближайший Каспий Постамат. Нам очень нравится эта Каспижма. Вчера буквально заказала, а уже сегодня доставили к моему дню рождения. Есть много хороших вариантов, я очень рада. Празднику рада и служба доставки. Каспижман бзге пайдасы, заказ көп болот. Обычные дни заказов мало, брать не буду, около 15. В эпоху онлайн-продаж многие покупатели приходят в торговый центр, чтобы ощутить атмосферу праздника. Каспижма заказываю во второй раз. Первый раз купили бассейн. Теперь хочу взять вещи для этого бассейна. Вот так всенародный праздник выгодных покупок продолжает радовать казахстанцев. Каспижма уже стала настоящим феноменом казахстанской экономики. Она помогает людям делать нужные покупки без нагрузки на семейный бюджет, а бизнесу развиваться и открывать новые рабочие места. Ернур Бубиев, Алмазы Намекова, новости.